Всем привет, мои дорогие зрители! Сейчас вы увидите новую подборку тем для вашего смартфона Xiaomi. Я надеюсь, эти темы вам понравятся и вы их оцените. Очень буду вам благодарен за лайк и ваш комментарий. Ну а мы приступаем к разбору наших тем. Настройки, темы, личный кабинет. Напомню, чтобы вы получили расширенный доступ к вашим темам, вам нужно изменить ваш стандартный регион на Индию. После этого вы получаете расширенные настройки к вашим темам и более большой выбор. Темы. Первая тема, которую я для вас подготовил, она довольно интересная и функциональная, особенно экран блокировки. Давайте рассмотрим. Называется она Clocky Steve Premium. Применяем эту тему, ждем пару секунд и смотрим. Название этих тем я оставлю в описании под этим видосиком. Если какая-то из этих тем из этого обзора вам понравится, вы сможете в своем магазине тем в поиске отыскать по названию тему, скачать ее и применить. Первая тема в целом имеет темный стиль, все как вы любите. Смотрите, круглые ярлыки, большое между ними расстояние, читабельный текст. Меню уведомлений тоже темное, круглые ярлыки. Настройки также темное, круглые стандартные ярлыки нашего функционала, меню вызовов. То же самое темное. Здесь все темное. Очень интересно здесь экран блокировки. Смотрите, насколько он классный и функциональный. Насколько много можно ставить сюда приложений для быстрого доступа. Все как вы любите. Эти вот функции вы уже не измените. Они у вас останутся такими, как есть. То есть музыка, там будильник и так далее. Это у нас время. Посередине у нас кварцевые часы. И по кругу приложения для быстрого доступа. Эти приложения вы можете изменить. Вот вы нажимаете сюда настроечки, разблокируете свой смартфончик. 8 приложений. К примеру, вот приложение браузер. Да, но оно не всем нужно. Вы нажимаете сюда и вставляете то приложение, которое вам необходимо. К примеру, вот ВКонтакте. Окей. Теперь смотрим. Вот, пожалуйста, видите, вместо браузера появился ярлычок ВКонтакт. Вот. Классная тема, мне она очень понравилась. Название вы найдете в описании под этим видео. Ну, а мы приступаем к разбору второй темы. Сейчас я ее открою, и мы будем смотреть. Так, вот она. Тоже имеет в целом темный стиль. Называется Pattern Steve Premium. Применяем эту тему, и сейчас посмотрим. В целом темный стиль, на заднем фоне размытые синие полосы. Смотрите, здесь ярлыки у нас уже почти квадратные с закругленными краями. Интересная тема, интересно выглядят все ярлыки. Так, меню уведомлений, то же самое. Круглые ярлычки, текст синего цвета, то есть шрифт. Настройки, то же самое, стандартные настройки. Задний фон, соответственно, вы видите сами какой. Прикольно смотрится, мне нравится. Вызовы, то же самое, темный цвет, задний фон вот такой же, как и здесь. Меню блокировки экрана, тоже интересно. Это для тех особенно, кто любит и обожает синий цвет, для кого синий цвет является любимым. Секундочку, ребята, прошу прощения. 4 приложения для быстрого доступа. К сожалению, мы их изменить не можем. Вызовы, музыка, сообщения и камера. К примеру, да, вот хотите включить камеру. Оп, блокировочка. Вот вам камера для быстрого доступа. Вот тема темного стиля. Большинству из вас она нравится. Давайте переступим к нашей третьей теме. Вот она. Тема на самом деле ничем особенно не выделяется, хочу сразу сказать. Она тоже имеет, в общем-то, темный стиль. Фон вы видите сами какой. Стандартные наши ярлычки. Стандартные, абсолютно стандартные. Фон интересный, темная тема. Это для тех, кому интересно изменить на прикольный фон и темная тема, кому интересно. То же самое здесь и вызовы. И вот круглые у нас цифры клавиатуры. Блокировка. Так, настройки. Все темно. Настройки вообще черного. Блокировка у нас ничего особенного. Просто время. И вот все эти завихрения посередине. Классная тема в целом. В целом она прикольная, хочу сразу сказать. Название на эти темы вы найдете в описании под этим видосиком. Ребята, всем спасибо. Буду вам очень благодарен за ваши отзывы и комментарии.
Всем спасибо, всем успехов. Постараюсь для вас выкладывать каждый день новое видео. Скорее всего, это будет утро. Но если будет вообще у меня много времени, я смогу снять для вас два, а может даже и три видео. Всем спасибо, ребята, всем успехов.